О главных событиях уходящей недели расскажут корреспонденты Южный регион Инфо. Здравствуйте. В студии Нина Приходько. И вот главные темы выпуска. Достроить начатое. Донские власти находят инвесторов, чтобы избавиться от недостроев. Если дольщики видят, что вот в течение 2016 года там, или в 2017 году будет завершено строительство дома, и на доме есть застройщик, то есть ведутся работы, то люди относятся с пониманием и готовы ждать. Делегации из 23 городов воинской славы в Донской столице. Патриотический форум «Наследники воинской славы» завершен. Молодежь – это наше будущее. И собрались старшеклассники, которые любят свои города, которые гордятся тем, что их города являются городами воинской славы. Красота, скорость и мощь. Донстарт 114-му скаковому сезону. Практически везде вот в это время открывается скаковой сезон на ипподромах. Поэтому праздник и у горожан, которые любят животных, которые приходят отдохнуть. Ну и, конечно же, каждый приходит, желает еще что-то и выиграть здесь. Для 3 недостроенных домов в Ростовской области нашли инвесторов. Сколько еще жилых объектов до сих пор не введены в эксплуатацию? Как решить проблемы обманутых дольщиков? На чьи плечи упадет дальнейшее строительство? Ответы на эти вопросы в следующем материале. Достроить начатое. 25 недостроенных домов внесено в областной реестр проблемных объектов. 21 из них находится в Донской столице. Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов вместе с представителями регионального стройнадзора и администрации Донской столицы посетил донские недострои, чтобы на месте оценить состояние домов, установить реальные сроки их сдачи в эксплуатацию и встретиться с обманутыми дольщиками. Если дольщики видят, что вот в течение 2016 года там, или в 2017 году будет завершено строительство дома, и на доме есть застройщик, то есть ведутся работы, то люди относятся с пониманием и готовы ждать. По тем домам, где на сегодняшний день муниципалитеты не определили застройщика, там обстановка достаточно накаленная, и людей здесь можно понять. По словам Игоря Гуськова, чтобы решить проблему, нужно привлечь ответственных застройщиков. В марте были приняты изменения в областном законодательстве. Они позволяют предоставить особые преференции инвестору, который возьмется за завершение строительства проблемных объектов. К примеру, застройщик получает право без конкурса арендовать земельный участок под новое строительство, а также подключиться к коммуникациям на льготных условиях. Муниципалитет должен предоставить земельные участки с инженерными коммуникациями, где инвесторы могли бы построить новое жилье и получить эти участки. Они могут благодаря вот измененной нормативной базе областной на льготных условиях, и муниципалитеты, чем быстрее сделают такие предложения инвесторам, тем быстрее у нас сдвинется с мертвой точки завершение строительства этих домов. За полтора месяца 3 из 4 домов в Таганроге и Батайске удалось найти застройщиков, готовых приблизить долгожданное новоселье. Было проведено заседание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков в этих городах, на котором обсудили выполнение поручений по этим строениям. Сейчас готовятся определенные изменения в областное законодательство, которые позволят более эффективно реализовать меры, предусмотренные законом, в части поддержки пострадавших дольщиков. И в самое ближайшее время мы будем с инвесторами уже изучать конкретные площадки, вот, разрабатывать проекты завершения строительства и подготовим инвестиционные соглашения. В целом недострои можно разделить на три части. Первые – те дома, которые будут введены в эксплуатацию в 2016 году, например, на улице Очаковской, Ленина, на Темирнике и на Университетском. Вторая категория – те дома, которые обрели своего нового застройщика. Здесь перспектива более долгосрочная – вплоть до 2019 года. Третья категория – в основном это все ростовские недострои, для которых пока не могут найти инвесторов для завершения строительства. Для таких объектов нужна помощь муниципалитета. Должны появиться реальные дорожные карты со сроками по видам работ, чтобы как можно быстрее найти застройщиков. По первым двум категориям понятно. Это жесткий контроль со стороны правительства Ростовской области, уполномоченного органа, стройнадзора и, соответственно, руководителей
с персональной ответственностью руководителей муниципалитета Ростова, Таганрога и Батайска. Кроме того, необходимо продолжать корректировку областной и муниципальной нормативной базы. Для этого специально приглашена группа юристов. А также подключить недостроенные дома к инженерным коммуникациям. Если все задачи и цели, которые я сформулировал, будут решаться четко и оперативно, то можно говорить о том, что нам удастся в 2016 году кардинально изменить ситуацию с завершением строительства домов обманутых дольщиков. В 2016 году могут завершить строительство 3-4 домов в Ростове. По словам Игоря Гуськова, после этого предстоит кропотливая индивидуальная работа по каждому объекту с обманутыми дольщиками и с каждым инвестором. Елена Мандрик, Елена Зайченко, Игорь Коровтенко, Южный регион Инфо. 60 фронтовиков и тружеников тыла поправляют здоровье в уникальном отделении 8-й городской больницы. В преддверии Дня Победы, по традиции, градоначальник Сергей Горбань поздравил ветеранов, которые находятся здесь на лечении, пообщался почти с каждым пациентом и вручил подарки. Вам большое спасибо. Здоровья и всего самого доброго. Ростовские ветераны качеством медобслуживания довольны. Как отметил главный врач Александр Дрозд, специалисты городской больницы номер 8 располагают современным оборудованием, которое позволяет полноценно оказывать помощь. Ветераны находились в приподнятом настроении. Многие уже не первый год встречают 9 мая в стенах этой больницы. Рассказывают, что здесь умеют создавать праздничную атмосферу. 9 мая традиционно глава города посещает отделение ветеранов участников войны с тем, чтобы лично поздравить находящихся здесь ветеранов, вручить им подарки и поздравить их с праздником. Мы очень признательны ему за такое участие, потому что настроение поднимает и, соответственно, эффект от лечения намного выше. Звучали не только слова благодарности, но и просьбы. Один из пациентов предложил по необходимости продлить время профилактического лечения в больнице, которая в среднем составляет 10-12 дней. Устроили встречу 9 мая, День Победы, во дворе. Была гречневая каша с мясом. Была немножко надо сделать то же самое в этом году. А? В этом году надо сделать то же самое. Это не знаю. Я просто говорю, что мы благодарны и мы помним, вот, что нам устроили, хор был казачий. Глава администрации города поручил рассмотреть такую возможность. Эти и другие предложения будут взяты на контроль, подчеркнул Сергей Горбань. Патриотический форум «Наследники воинской славы» впервые прошел в Ростове-на-Дону. Молодые активисты со всей России побывали в Старочеркасске, приняли участие в автопробеге в преддверии 71-й годовщины Победы в Отечественной войне и пообщались с главой администрации Ростова-на-Дону. Подробности в сюжете Елены Зайченко. Делегации из 23 городов воинской славы приехали в Донскую столицу, чтобы принять участие в первом всероссийском патриотическом форуме. Старшеклассники из Курска, Старой Русы, Владикавказа и других городов страны – неоднократные победители конкурсов и фестивалей. У нас в школе и в городе Выборге развита школьная дума, то есть это школьный парламент. Я являюсь президентом школы и активом. Участвую в районном парламенте, поэтому меня отправили как активного представителя сюда на форум старшеклассников. В первый день форума старшеклассники побывали в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике. Там они посетили уникальные памятники культуры – войсковой Воскресенский собор и дворец атаманов Ефремовых, а также познакомились с историей и обычаями донского казачества. Молодежь – это наше будущее. И собрались старшеклассники, которые любят свои города, которые гордятся тем, что их города являются городами воинской славы. Во второй день прошел автопробег. Колонна из 45 машин проехала от Театральной площади до площади перед ростовским аэропортом. Там молодые патриоты вместе с ветеранами возложили цветы к стеле «Ростов-на-Дону. Город воинской славы». В торжественной акции приняли участие и представители военно-патриотических клубов Дворца творчества детей и молодежи. Ведь мы город воинской славы. И сегодня мы с ребятами говорим
в том числе и о тех событиях, грозных событиях Великой Отечественной войны, и говорим об истории города Ростова-на-Дону и представителей тех городов, откуда прибыли, что воинская слава, она создавалась веками. Делегаты отправились на Аллею Славы, которая была заложена 1 апреля. Молодые патриоты привезли с собой землю из своих городов, как частичку памяти, символ связи между городами и поколениями. В рамках форума гостям и участникам показали фильмы «Ростов. Город воинской славы» и «Три подвига» Алексея Береста. 71-й день победы для ростовчан особый. В эту дату по поручению губернатора Ростовской области в сквере 353-й стрелковой дивизии человеку-легенде, человеку-подвигу Алексею Бересту будет открыт памятник. В завершении патриотического форума глава администрации Сергей Горбань поздравил гостей города и произнес напутственные слова молодым патриотам. Это высокая честь и еще более высокая ответственность. Мы должны приумножить славу, завоеванную нашими предками, работая на процветание прежде всего нашей страны. Ростовский градоначальник вручил благодарственные письма активным старшеклассникам и назначил Анну Ревенкову из Курска председателем молодежного совета городов воинской славы. Честно говоря, это было очень неожиданно, я еще до конца не осознаю всего этого, но будем стараться, чтобы все наши инициативы были донесены до старшего поколения. В следующем году форум «Наследники воинской славы» пройдет на территории города Курска. Елена Зайченко, Владимир Дудник, Южный регион Инфо. Накануне праздника Великой Победы в Ростове прошел первый марш студенческого бессмертного полка. В нем приняли участие студенты и преподаватели донских вузов, воспитанники кадетского корпуса, а также жители города. Студенческий марш поддержал заслуженный артист России Борис Галкин. Подробнее в следующем сюжете. Ксения Тарута пришла в студенческий парк ДГТУ не одна. С собой она взяла портреты прадедов. В семье Ксении сразу несколько героев. Иван Савченко встретил врага в 41-м году. Тогда же получил смертельное ранение. Иван Махорт и Леонтий Демитко прошли всю войну и вернулись домой с победой. Почтить нужно память своих прадедушек. Вот. Они были очень смелыми людьми. Вот. И не побоялись, и решили пойти. Поэтому я считаю, что это нужно сделать. Марш вызвал большой отклик среди горожан. Транспаранты для родственников героев ростовские типографии напечатали бесплатно. Размеренным и гордым шагом участники акции прошли с портретами героев войны по главной аллее студенческого парка. Почетное место среди гостей бессмертного полка заняли ветераны и труженики тыла. Полк памяти, который сегодня пройдет на территории ДГТУ, это означает то, что мы помним, мы вместе с вами гордимся тем, что мы победили. Вы победители. Еще раз здоровья, удачи, с праздником, дорогие мои. В память о героях войны на площади Гагарина развернулось театрализованное представление. Поддержать инициативу донских студентов и исполнить фронтовые песни приехал заслуженный артист России Борис Галкин. Бессмертный полк – это то, что нас объединит, это то, что нас поддержит, это то, что будет наши сердца питать правдой и никогда не покинет в жизни, и даст нам силы и уверенность жить дальше. В День Победы многотысячный бессмертный полк пройдет от площади Карла Маркса до Ворошиловского проспекта. По предварительным оценкам, в акции примут участие более 50 тысяч ростовчан. Дарья Зимина, Владимир Дудник, Южный регион, Инфо. В Донской столице на этой неделе стартовал скаковой сезон. В рамках программы открытия провели 8 скачек, в 6 из которых участвовали лошади чистокровной верховой породы, в 2 – полукровные. Красота, скорость и мощь. В минувшие выходные прошло открытие 114-го скакового сезона на Ростовском ипподроме. Старт началу скакового сезона дали заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко и председатель попечительского совета Ростовского ипподрома Сергей Кислов. Практически везде вот в это время открывается скаковой сезон на ипподромах. Поэтому праздник и у горожан, которые любят животных, которые приходят отдохнуть. Ну и, конечно же, каждый приходит, желает еще что-то выиграть здесь. Вячеслав Василенко добавил, что ростовский ипподром – это гордость нашего региона. А сегодня и конюшни отремонтированы. Сегодня посмотрите, в каком состоянии находится беговое поле. Посмотрите, в каком состоянии находится сам ипподром. Я считаю, что вот сегодня определенно новый этап и в жизни, наверное, ипподрома, да и в целом в жизни коневодства России.
Во время скачек были разыграны новые и традиционные призы – открытие, весенний и вступительный. Последний достался жеребцу по имени Dark Star из конезавода «Донской». Мы живем в таком краю, который был неразрывно связан с лошадью. Это и трудовые будни, и военные дни. И для нас сегодня лошадь – это прежде всего, конечно, хобби-класс. Но кто знает, может, мы опять вернемся через какое-то время к конной тяге, а мы будем готовы. Скачки на ростовском ипподроме будут проводиться все лето по воскресеньям при любой погоде. Около 500 лошадей, большинство из которых чистокровные, пройдут испытания в новом сезоне. Елена Зайченко, Игорь Коровтенко, Южный регион Инфо. Двухлетнему малышу срочно требуется помощь. Родители Ванечки Горбова обращались ко многим врачам, однако российские доктора не могут поставить точного диагноза и назначить лечение. До 25 мая нужно собрать около 500 тысяч рублей. Этой суммы не хватает, чтобы отправить ребенка на обследование в испанскую клинику. История Ванечки в сюжете. Маленький Ванечка – очень активный и дружелюбный ребенок. Его привлекает все, что ездит на колесах – машинки, трактор, кран и даже бетономешалка. Вань, расскажи, что есть у бетономешалки? Вань, расскажи. Синий бетономешалка. Синяя. Вот это что такое? Барабан. Барабан, молодец. Он крутится? Крутится. Какого цвета? Желтая. Проблемы начались еще во время беременности. По словам мамы ребенка Юлии, она протекала очень тяжело. Внутриутробное инфицирование вирусом, гипоксия и трудные роды. На этом проблемы не закончились. С полутора месяцев у нас подключились другие приступы, которые вот и привели нас, в принципе, к тому, что мы начали искать причину, вот что с нами происходит, почему у нас все не так, почему ребенок страдает, почему он постоянно плачет, мучается, рвет. Спровоцировали нам эти приступы фенобарбиталом, вот препарат, который нам давали для лечения желтухи. Врачи долго не могли четко определить диагноз. Никто из них не сталкивался с подобными случаями. Ошибочно называли мальчика аутистом. Однако один из врачей помог родителям Вани. Она указала на то, что это у нас расстройство аутичного спектра, которое вызвано эпилептической активностью. Симптоматическая эпилепсия с полиморфными приступами не дает малышу спокойно жить и развиваться. Приступы случаются в основном во сне. Бывает, что по 5-6 раз за ночь. Полтора годика из-за участившихся приступов ребенок перестал узнавать родителей, говорить те немногие слова, что помнил. Ваня стал чаще погружаться в себя и на какое-то время отключаться. Перестал делать то, что он умел раньше делать. Вот, допустим, там, он у нас очень любит заниматься, любит книги. Он там раньше, там, Ваня покажет, тут он пальчиком показывал все. Он перестал вообще это все делать. Он не откликался, он не понимал, что он Ваня. Он вырывался на улицу, он убегает. Он вообще, я не знаю, что с нами происходило. Каждый день родители Вани борются за его жизнь. Мальчик почти не кушает. Это печенье – первый прием пищи за сутки. Сложность в лечении состоит в том, что у Вани обнаружили генетические синдромы. Поэтому почти все препараты, которые способны облегчить состояние малыша, могут его же и погубить. Ребенку требуется серьезное обследование. Ему готовы помочь в испанской клинике «Рубер». Там назначат и необходимые препараты. Стоимость лечения составляет больше 1,5 миллиона рублей. Осталось собрать 524 тысячи. Помочь Ванечке нужно до 25 мая. В этот день врачи ждут оплаты лечения. Елена Зайченко, Владимир Дудник, Южный регион Инфо. Такой запомнится эта неделя. Информацию об этих и других событиях вы найдете на нашем портале rostovlife.ru. Я же с вами прощаюсь. Удачных всех выходных, с праздником и до встречи.